А за лаштунками панікує 21-річний Ілля. Зараз йому, звичайному студенту, треба переконати продюсера, на ікс-рахунку котрого 5 суперфіналістів та переможеця. Хочеться то ли сміятися, то ли плакати. Тобто мені вже реально, мені вже емоції, їх нікуди діти. Фух, і навіть не знаю, к чому я це говорю. Будет мне высоковато, реально. Я, блин, еще нервничаю, не знаю, почему так сильно. У меня голос, я очень, короче, жесть. Блин. Я помню, Марченко рассказывала, что она перед некоторыми выходами на сцену, там, в прямых эфирах, говорила, что она, у нее от нервов болеть начинает живот. Не знаю, как мне это помогает, но просто я лично раз напоминаю, что все мы люди, и кроме меня здесь все переживают. And you? It's gonna be the first time we're gonna sing in front of the audience. I mean, the people, there are gonna be a lot of people. I'm just worried because I just can forget words, even if I know them. Я знаю, что я могу откровенно вот просто спеть очень плохо, реально. Если я не справлюсь с нервами, если я не справлюсь там с какими-то кашей в голове, вот. Я реально расстроюсь, если я не пройду дальше. Sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? But darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart can still fall out. About how people fall in love in mysterious ways, and maybe just a touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. Maybe I'll just understand. So, honey, now take me into your. Beating hard, I'm thinking loud now. Maybe we found love right where we are, and maybe we found love right where we are, and we found love right where we are. Благодарен всем за поддержку. Спасибо вам всем большое. И тебе спасибо. Илья Ищенко. Если Игорю придется выбирать, и самый последний аргумент будет то, что сейчас он услышит от тебя, то почему бы он должен тебя взять дальше? Как ты вот бы сказал это ему? Дуже красиве володіння голосом. Мені сподобався його діапазон. І хоча він співає нібито тихо, тихенько, але відчувається дуже сильна енергетика голосу. Мені потрібно взяти, тому що не вистачає нам искренності. Я считаю, что я открытый человек, и для музыканта, я думаю, что это очень важно. Будь ласка. Хлопець смазливий, обрав смазливу пісню, не здивував. Не покорив мене. Зрозумів.
дівчинка в червоному, ви будете за нього голосувати? Так, да, я буду за нього за голосувати. Що? Ну, він красивенький. Ну, він просто... Душка, да. Я думаю, дівчинки будуть за нього голосувати. Добре, спасибі.